по уже сложившейся традиции итоги работы российской системы торгово-промышленных палат подводят на совете их руководителей. Пленарное заседание совета открыл президент Федеральной палаты Сергей Катырин. Он дал подробный анализ работе, проведенной системой торгово-промышленных палат в 2019 году. Исходя из всего, что я сегодня рассказал вам, у нас, как я вначале говорил, есть проблемы, есть вызовы, но мы движемся вперед. И в членской базе, и в услугах, и в освоении новых направлений деятельности. Как говорят наши китайские друзья, дорогу осилит идущий. Так что нам есть что с вами осилить, надо только дружно работать. Я хочу пожелать нам всем в этом успеха. Вторая часть пленарного заседания была посвящена лучшим практикам региональных и муниципальных торгово-промышленных палат. Ее провел вице-президент ТПП-РФ Максим Фатеев. Наиболее результативным в 2019 году стал проект по комплексному тестированию иностранных граждан. В данном проекте с 2016 по 2019 год приняли участие 55 торгово-промышленных палат. Из них на постоянной основе тестируют 24 торгово-промышленные палаты. О создании портала «Сделано в Ставропольском крае» рассказал президент Краевой палаты Борис Оболенец. Опытом поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства во взаимодействии с региональным центром поддержки экспорта поделилась с коллегами президент Омской палаты Ольга Федулова. Темой выступления начальника испытательной лаборатории Виктора Долматова и начальника отдела менеджмента качества Воронежской ТПП Юлии Масловой стало создание и развитие деятельности исследовательского центра. А выступление президента Серпуховской торгово-промышленной палаты Анатолия Якушева участники заседания даже прервали аплодисментами. Его непростую историю о строительстве здания палаты слушали с особым вниманием. Вместе вот с новым зданием я обрел команду, которая почувствовала вкус к успеху. И как только мы закончили эту стройку, они мне сказали, какой у нас будет следующий суперпроект, чем мы будем заниматься еще. И они почувствовали этот вкус к успеху. Наверное, многие из вас скажут, зачем покупать или строить собственные здания, когда можно купить сейчас в бизнес-центре, да, в современном. Я хочу сказать, что вот здание в центре города, на котором кадуцей, буквы ТПП, это не только символ там, нашего успеха, там, благополучия, это еще и маяк, на который летит бизнес, новые члены. Это еще такой тотем, который говорит всем нашим другу-врагам, что эта территория занята и что мы ее никому не отдадим. Своим опытом с коллегами на пленарном заседании поделились также генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев и вице-президент Московской палаты Артем Долевич. О том, что такой обмен опытом, личное общение руководителей региональных и муниципальных палат очень важны, говорят сами участники заседания. Нам очень трудно сейчас собираться. В последнее время новая форма работы Сергея Николаевича Катырина внедрена, ну, я имею в виду, аппаратом, это ВКС. Ну, понятно, что видеоконференции хорошо, и мы сегодня в течение года часто общаемся на разные темы, но нет вот этой вот, как бы сказать, визуальной отдачи. Вот я за вчерашний день и вот сегодняшний день, скажу вам откровенно, познакомился с новыми председателями палат, президентами, которых избрали за этот период. Даже мы с дальневосточниками не встречаемся. Ну а как там встречаться? Такие расстояния, во-первых. Да, поэтому вот такое вот совещание, оно просто необходимо. В рамках заседания Совета руководителей ТПП прошел целый ряд мероприятий, позволяющих сделать работу всей системы российских торгово-промышленных палат более эффективной. Среди них заседание экспертного совета проекта «Лидеры ТПП», защита лучших проектных работ, актуальные вопросы деятельности комитетов и советов ТПП РФ, а также общественных формирований, создаваемых при торгово-промышленной палате, обсуждали в ходе дискуссии с участием вице-президента Федеральной палаты Дмитрия Курочкина. Кстати, участие руководителей комитетов и советов Федеральной палаты в такой встрече тоже дает хороший эффект. Совет руководителей палат дает первое то, что можно напрямую пообщаться на коротке, поговорить с руководителями региональных палат, потому что я, допустим, как председатель комитета, всегда ратую, декларирую в соцсетях и на всех форумах и так далее, что нам интересен голос каждого предпринимателя из региона, потому что
ну, допустим, вот я по бизнесу, у нас есть союз производителей металлической мебели. Мы, многие регионы объединены, и все равно, как бы, ну, температуру какую-то среднюю все равно получаешь. Но все равно, допустим, есть сферы деятельности бизнеса, которые, допустим, не представлены в учреждении комитете, а у них абсолютно те же самые проблемы, что и у нас, допустим, как вот производители, там, допустим, вот мебели. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше регионов было представлено в составе комитета. И вот напрямую, когда общаешься с руководителем палаты, можно абсолютно, ну, будем как-то на коротке переговорить, и сразу можно все вопросы какие-то определенные решить, не прибегая к режиму там выездных заседаний, каких-то мероприятий там по удаленной связи и так далее. То есть, ну, все-таки общение на коротке позволяет выстроить некую действительно вот ту вот экосистему, некий такой микроклимат, ну, который вот позволит комфортно и нормально, без каких-то громких заявлений, решать те насущные вопросы, которые есть у бизнеса. Заинтересовали участников совещания «Форсайт практикум вызова времени. Как сделать ТПП центром притяжения бизнеса», который провела вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Сессия о результатах и перспективах реализации проекта «Электронное ТПП», модератором которой стал директор департамента Владимир Маслов, и другие встречи, которые состоялись на дискуссионных площадках Совета. Их участники будут активно использовать практики коллег в своей дальнейшей работе. Практический опыт, дискуссия, которая возникает. Плюс сегодня было, наверное, вот такое представление командных проектов, которые идут у нас в рамках федерального проекта «Лидеры ТПП Российской Федерации», когда команды предлагали проработанные проекты. И это достаточно практические инструменты, из которых вот я себе уже набрала, и определенные мы будем внедрять вот в своей организации. Ну а потом, вы знаете, когда собирается какое-то сообщество, которое объединено общими целями, общими задачами, и в ней царит прежде всего такое, как бы, вот эти принципы равенства, дружбы, понимания, готовности дискутировать. Ну, это, наверное, ты еще получаешь дополнительный заряд бодрости, который отвезешь в свой регион, и там вот с томительным ожиданием бизнеса будешь работать именно через этот положительный посыл, и в какой-то степени внушишь, по крайней мере, части бизнеса надежду на то, что все равно, ну, будем круче всех. Общие итоги работы совета подвел президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катерин. У нас была очень интересная сессия, ее даже назвали стратегические, по новым проектам, многие из которых мне представляются чрезвычайно важные, и не просто важные для системы палат и для федеральной палаты, но и полагаю, что многие из них могут поучаствовать в конкурсе, который проводит Всемирная федерация торговых палат. Для нас очень важно, чтобы мы присутствовали в мировой системе палат. Важно, чтобы о нас знали. Естественно, для нас, нам бы хотелось, чтобы знали о том, что мы с вами генерируем проекты, интересные проекты, которые способны побеждать в конкурсах, которые проходят на всемирном масштабе.